Сегодня моему другу исполняется 18 лет, и в честь этого я решил устроить для него новый челлендж. Выбирай, я даю тебе 1000 рублей, или ты выполняешь мое задание, и тогда я удвою твой приз. Задание? Окей, твоя задача пройти через эти 3 платформы, но какие-то из них будут фальшивые. И как я понял, моя задача не упасть. Есть, первую прошел. Ну что ж, теперь вторая. Есть, я молодец. Ну и третья на рандом. Капец, я крут. А теперь выбирай, забираешь 2000 или идешь дальше. Забираю 2000. Но так неинтересно. Иду дальше. Во втором испытании тебе предстоит ответить, кто быстрее, корова или курица, и тебе нужно ответить за 3 секунды. Блин, не знаю, что выбрать. Стой, Стейрс, а ты будешь проводить такие испытания среди своих подписчиков? Ну, конечно, буду. Что за вопросы? Все будет в моем телеграме, а ссылка на него в комментах. И мой ответ корова, курица какая-то тормознутая. Хорош, ну а теперь выбирай, 4000 или максимальный рандом. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Рандом. Если выпадает зеленое, то ты забираешь весь куш, ну а если красное, то сам понимаешь что. Ну блин, тебе выпало красное, но ничего страшного, сегодня твой день рождения, поэтому забирай все деньги. Ура!